Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем прохождение игры «Буря в пустыне». Сегодня у нас миссия под названием «Свинцовый дождь». Будет она в южном Багдаде. Это мы? Ну да, похоже. Колеса какие-то огромные прям. Ты в порядке, Франклин? Пошли. Какой Франклин? Так, поскольку война близится к завершению, в Вашингтоне возникает опасение, что Ирак применит оружие массового поражения в самом Ираке или в одном из государств арабской коалиции. На Западе часто возникали подозрения, что Ирак любым путем пытается получить плутоний для военных целей. Наши худшие опасения были подтверждены 2 часа назад, когда спутники-шпионы зафиксировали доставку старой русской баллистической ракеты СС-8 на фабрику в предместьях Багдада. Это устаревший тип баллистической ракеты, но радиус ее действия 1600 километров. Штаб коалиции отдал приказ найти и обезвредить боеголовку. Доктор Франклин, эксперт, знакомый с российскими боеголовками, будет сопровождать вас. Он должен разрядить боеголовку, удостоверить, что он будет в безопасности. После завершения данной миссии вы не получите боезапасы оборудования, поэтому относитесь к преимуществу бережно. В общем, нас ждет там продолжение, видать, этой миссии. Поэтому собираем боезапасы. Фабрика по производству ядерного оружия очень хорошо замаскирована. Есть только один путь попасть на нее. Это старые канализационные коллекторы, которые проходят под всем городом. Внимательно следите, чтобы с доктором Франклином ничего не случилось. Красную шапку он специально, блядь, надел. Хотя оно у него не красное. Бля, звуки какие-то. Там чё, бэха, что ли? Ну, пошла жара. Смотрим далее, никого не видим. Хорошо. А, доктор Франклин у нас вместо этого. Четвертого нашего члена команды. Так, что у нас здесь, кстати? Канализация. А, просто добраться до канализации. Понял, охрана. Все, понял. Ну, короче, прорываемся через город. И обязательно лутаем все возможные. А ты чем, блядь? Сука. А, то есть дозиметром. Молодец. Самое лучшее на войне. Хоть бы пистолет взял. Кстати, есть что-нибудь? Доктор Франклин. А, ебать! Бля, ну короче, мы нахуй втроем играем. Бля, ебать. Кто гранату, сука, кинул? Я понял. Заново фигачим. Бля, ну пиздец. Дали, блядь, дебила в команду. Хренов. Так, тут особо-то и ничего нету. Внимание, противник! Ну,
Цель поражена. Так, а тут есть что? Тут ничего нет. Блядь, заебал ты. Щелкает, блядь. Щелкунчик. Куда вы беретесь, сука? А, боком он, кстати, хорошо стреляет. Надо контейнер проверить. Цель поражена. А, хер с ними. Тут что? Сидим, ребята. Блять. В этом оружии, блять, запутался нахуй. Где этот танк вонючий? Ладно, я понял. Нам не тут надо его ловить. Чуть дальше сейчас пройдем. Так, за мной все. Внимание, противник! Да где он? А. Ёпт, еле найдешь еще. Ёпта. Бля, как этот чувак меня бесит, нахуй, с своим дозиметром. Я не могу, нахуй. Внимание, противник! Где? А тут что? Цель поражена. Красавчик, Фоли. По-моему, это был он. Так, что здесь? Автомат. Этот берет. В нас стреляет. Бля, по Франклину попадали уже. Иди!
Все, остановитесь здесь. Стреляют. Че, может, сохраним? Где мы вообще есть по карте? Давай сохраним, а то мы нормально так уже прошли. Бля, полечите этого баклана. Да, Конорс получит, конечно, блядь. Не, здесь нельзя пройти. Медальку. Да, привет. Конорс в этой миссии хорошо прям с пулемета наваливает. Здесь ничего? А, все. Миссия завершена. Это довольно быстро было. Ну, они ничего не получают. Повышен а вот это, да, я же говорю. Представлен к награде. Второй лейтенант и еще награда. Уровень навыков. Да просто красавчик. Ну все, так, у нас следующая будет миссия Демона Разрушения. Будет в следующем видеоролике. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте оставлять комментарии. Увидимся в следующем в следующих видосах и стримах. Всем пока! We'll be right back.